запись видео. Так, здравствуйте, любители роз. Срезала я графиню Диану для букета, потому как я не хочу, чтобы ее лепестки пропадали, потому что лепестки я сушу. И запах, этот фантастический запах от лепестков, он сохраняется чуть ли не 2 года. Ну, в общем, с прошлого года я лепестки сохраняла, сушила, до сих пор они пахнут. Вот, это у меня на кухонном столе. Смотрите, вот какая она красивая. Вот она, смотрите, какая она красивая. Она просто восторг. Как я уже много раз говорила, мое увлечение розами началось только с нее. Вещей. И я, когда ее купила... И запах, и цветок, и это просто для меня был шок, что такие красивые розы существуют на этой планете. Но на кусте вы ее видели много раз, но она очень колючая. Она очень колючая. Я, в принципе, думала, что розы все колючие, но нет, есть розы, которые вообще не колючие. У меня, например, стоит там мадемуазель Маян. Она не колючая. Есть еще другие розы. Они не такие колючие. Но это просто колючка, злючка, колючка. Злючка, колючка. Но на то она такая аристократка. Она должна быть и злючкой, и колючкой. А то будешь добра, не поуправляешь. Как говорится, не поуправляешь цветным царством. Вот. Видите, какие оттенки. Она стоит долго. Она стоит долго. Распускается очень красиво. Вот распускается оно до такой степени. Если проливные дожди, а в прошлом году, по-моему, второй сезон цветения, я прям одевала на нее пакеты, потому что, ну, закуклился бы цветок. А так, в принципе, если... Как сказать вам? Так вот, показать еще. А так она... Ну вот, сейчас были дожди такие краткодневные, нормально все, не куклится, вот, все раскрылось. Вот мадемуазель Маян от кратковременных дождей, она, ну, лепестки у нее это, слипаются. Вот, ну вообще это мне такое чувство, что это французские розы этим подвержены, потому что они выращиваются для жаркого климата. Вот, хотя хочу еще одну французскую розу купить. Просто огроменный цветок, называется Amour de... Что-то там с Амором связано. Ну, может, ее купит, может, нет. У нее просто огроменный цветок 15 сантиметров. И пахнет хорошо. Для меня это самое важное, чтобы пахло и цвела. Вот так вот. Ну, и я стараюсь выбирать, покупать розы-новинки, не старые коллекции, а новые. Ну, это новая коллекция, кстати, графини Диана. У нас, кстати, ей завалено все, и что-то ее люди не берут. Ну, вот. А я ее взяла. В общем, вот такое вот признание тебе в любви. Видишь, специально даже срезала тебя и сфотографировала. Вот. У меня стол трясется. Такая она красавица. Я с ней разговариваю всегда. Я вообще с розами разговариваю, общаюсь с ними. Не, это чувствует все. Видите, она меня любит, цветет. Пока не болела. Ну, я обрабатываю их, но она. Это у нее АДР еще знак есть. Такая красивая роза. Так, закончим на этом.